Всех приветствую на канале Банковский. Сегодня у нас в обзоре вклады для физических лиц от Новикомбанка. Банк предлагает целый ряд достаточно интересных продуктов, но один из продуктов, он действительно по-настоящему выгодный. Я бы даже назвал его самым выгодным на рынке. Ну уж по крайней мере из тех, которые мне попадались в последнее время, так это точно. Вклад называется Рантье, до 7,25%. Но там по факту даже еще больше может быть. Давайте взглянем на подробности. Значит, вклад этот долгосрочный, срок вклада 1100 дней. Минимальная сумма составляет 10 тысяч рублей и до 7,25%, однако с оговоркой при ключевой ставке Банка России на 0.6.10.2021 года. То есть, если ключевая ставка там изменится, то банк может либо повысить, либо понизить ставку в зависимости от результата. Плюс этого вклада в чем? Ставка привязана к ключевой Банка России, и соответственно очень редко сейчас в банках можно подобное встретить в принципе. А если учесть, что продукт еще и дополнительные бонусы предполагает, то вообще можно сказать, что этот продукт уникальный. То есть ежемесячная выплата или капитализация процентов, пополнение без ограничений, и в качестве бонуса предлагается сейфовая ячейка за 1 рубль. То есть если учесть, что в банках там самые дешевые предложения, если мне память не изменяет, там что-то 30 или 40 рублей за сутки, да, сейфовая ячейка, здесь за 1 рубль, ну вы прям выгадываете, ну пусть немного, да, обычно сейфовая ячейка нужна там на несколько недель, но если вы на длительный срок будете ценности хранить, то вам это, ну прям приличная экономия будет. Плюс еще что, вы можете получить бонус к процентной ставке, если положите крупную сумму по-настоящему. То есть, смотрите, от 10 тысяч до 1,5 миллионов идет ключевая ставка, вот если сумма от 1,5 миллионов, действует повышающий коэффициент плюс 0,2%. Если сумма от 5 миллионов, повышающий коэффициент уже 0,3%. Да? И если от 30 миллионов, то 0,5% дополнительно вы получите. То есть, ну, нигде такого не найдете, это точно. Ну и давайте прочие варианты посмотрим. Они, может быть, не такие выгодные, но тоже привлекают внимание. Например, пенсионный капитал вклад. От 5,40% ставка до 6,5% доходит. Сумма от 10 тысяч рублей и срок 31 день. Тоже можно посмотреть, особенно если вы вначале посмотрите на ставки, которые предлагает Сбербанк, да? Сразу захочется в Новикомбанк. Следующий вклад — капитал онлайн. Здесь от 5,20% до 6,5%. Сумма здесь от 1,5 миллионов рублей и срок от 31 дня. Соответственно, можно зайти, рассчитать и посмотреть доходность. Также есть вклад капитал. Тоже сумма здесь от 1,5 миллионов, ну и процентная ставка тут от 5,10% до 6,4%. Премиум капитал, здесь получается процентная ставка от 5,4% до 7%, и срок получается уже не как по Рантье, да, 1100 дней, а от 91 дня. Ну и, соответственно, и сумма должна быть от 5 миллионов рублей. Ну, давайте более подробно его посмотрим. Достаточно интересный вариант. Вот смотрите, для того, чтобы нам получить повышенную ставку, вот эту 7%, да, необходимо, чтобы сумма вклада была в рублях от 100 миллионов рублей. И срок от 366 дней до 400 дней. Ну, в принципе, это практически нереально для многих, хотя вот вкладчики, которые положили от 5 миллионов на тот же срок, могут получить 6,7. А это тоже, согласитесь, очень даже неплохо по современным меркам. Ну и на этом, в принципе, все, вклады закончились, поэтому, по крайней мере, первый вариант Рантье и последний вариант, к ним можно присмотреться, потому что, ну, действительно, ставка интересная. Плюс еще вот что мне нравится в Новикомбанке, это то, что они предлагают
приемлемые плюшки в дополнение к своим программам вкладов. В других банках как-то стараются ничего лишнего не предлагать, чтобы сэкономить на клиентах. Здесь, наоборот, чувствуется, что банк старается привлечь клиента. Ну, я думаю, что в ближайшее время у них получится, потому что люди к ним идут реально, и количество клиентов с каждым годом все больше и больше. Если у вас возникли вопросы по вкладам Новиком банка, пожалуйста, пишите комментарии, мы с удовольствием ответим. В описании к данному ролику можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, жмите на колокольчик, и всего вам доброго.